Всем прямо доброго времени суток. Это канал Boring Дмитрий или Скучный. Ой, скучные. Уф, да уж. Куда же без потягушка. Ну что, продолжаем наше неторопливое, казуальное, ленивое прохождение игры. Ленивое прохождение игры. Unshrouded, извините, что-то я на 4 очка смотрю, никак понять не могу, откуда они у меня взялись. Вот, Unshrouded, напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение, отдельное громадное спасибо Вячеславу Сиичу, он знает за что, ссылка на донат в описании под видео. Еще один теплый респект Сварту, он также знает за что. Так, в пелене. Ага, и туда. На 5 минут. Давайте это возьмем. Из них 6, то есть... Посмотрим, короче, еще два навыка, да? Тут 4, да? А тут что? 2 из 2 планирования. Уже дальний бой увеличивается на 10%. Опа. Конт урон по врагам с оружием. Ага! Урон на 7 сажен. Значит, на 20%. В голову. Летающим врагам. Так. Воздух. Ну, это я не очень понял. Мультивыстрел. При использовании навыка залп. Это интересно, на самом деле. Что-то сюда. Угу. Когда вы крадетесь. Полезно. Ладно. Так, что у нас? Где тут пошла раз? Да, вот я про это говорил, да? Угу. То есть сюда. Телепортируемся вот так вот. Тык-дым-тык-дым-тык-дым. И изучаем. Тут у нас красное, тут красное. Вот это вот надо изучить. Пошли, пошли. Пошли, блядь. Пошли немножко изучить. Немножечко. О! Блин, морду на объем, а? Ну, пошли. Действительно, чуть ли. Здорово. Стоял, подождал. Я тут одного не понял. Мне показалось, у него крикнул Зигхайль. Прям вообще прям почудилось. Стрела из мета. Это было близко. Не очень.
Здесь, помнится, наверху где-то засранец гуляет. Синдовитый. Хорошо, это удачно. От слова совсем. Или от слова более чем. Не знаю, но в общем все равно мне нравится. Так, что полезно? Такое. Показалось. Так. Ой, я что, с этого ничего не выпал, что это даже не со мной? По поводу оружия. Блин, похоже на то. Жалко. Но чувак мощный, конечно. И бьет быстро. Что-то заблокировать его нифига не получается. Дурак совсем подобно на другого лучше. К сожалению. Беспощадная атака. Мне не следовало спать на подло. А, видимо, это я читал уже. О! Такое прям. Так, а внутри в этой башни что-то есть? Черт его знает, не помню. Может что-то и есть. Ни хрена тут нет. Ни полезного никакого. Так, ну ладно. Мало, браточку. Причем буквально в обраточку. Надо тут прогуляться. Да. Если чувак, блин. Че он такой быстрый-то, а? Не перетолкаешь, не перетолкаешь. Здание. Как интересно. Так. Задание.
Руины, хер его знает. Какие-то руины. Какого-то трона. Какого-то назова. Обыскать, говоришь, давай обыщем. Ай, блин, это что? Ж не просто вниз, а вниз, вниз, вниз. Блок из камня грубого сечения в мастерской верста. Кошечки, кошечки. Любопытно. Что тут еще есть? Пришел упадок. Стоп. Ух, ёп. Итак, в наш дом пришел упадок. Столько сил было потрачено, все остальные решили не утруждаться и покинули меня, а так хотелось хоть что-нибудь сохранить. Прости, дедушка, но я простофиля, мне не суждено спасти дом, который ты когда-то построил. Испарение с реки разъедают камень и мою плоть. Душа осталась лишь печаль. Душа осталась лишь печаль, я чувствую всем телом. Мне нужно прерваться, хотя на миг отдохну. Ладно, понятно. Чувак, как это уже начал засыпать и заснул. Значит, с реки все-таки. Может, реально бывшие какие-то эти. Все-таки это именно реки превратились в эту красную хрень. Ну ладно, реки, озера, да? Чего, отлично. Сейчас заклебешь мне 2 часа одежды.
еще этой херней заниматься. Что у меня там изумел доступно стало. Давайте вот здесь что-то поднимемся. Ну или попробуем подняться. Не факт, что получится, но. А что-то получится, смотри. Так. Что-то у нас тут, да, навыки, еще два навыка, офигеть. Урон, наносимый с помощью оружия дальнего боя, увеличивается на 20. Летающим врагам. Да, к стоимости, к ловкости, к установлению выносливости. Урон, наносимый с помощью оружия дальнего боя, на 20. Берем. Слишком полезно, чтобы это игнорировать. Так, начинаем брать вниз. Хоть и не хочется, но надо обыскивать это все. Кстати, мне тут одну забавную вещь подсказали. Ну, я, да, спасибо, конечно, что по поводу прутьев этих волчьих лагерях, но нет. Таким образом их добывать — это то еще мазохизм какой-то. Слишком медленно. Ну, они быстрее тут добываться будут. Реально, слишком медленный процесс. То есть идею я понял, в принципе. Очень сложно было бы не понять, но пользоваться я и не буду. Но опять же, спасибо за подсказочку. Есть небольшая серая зона, да? Вот, да, вот там вот. Смогу ли я туда подняться, вопрос? Здесь мы, по-моему, были. Теперь нам надо назад, да? Волчара. Пушистый ублюдок. И вот на гол, приятель. Ягоды нам тоже нужны. Так. Это мы где? Это нам тем назад тут вернуться за одной часовым планом. Так, давайте тогда сейчас сделаем эту хрень. Ставим здесь телепорт. Топаем домой. Сейчас спокойно все разложим. Посмотрим. Ну что скажет по поводу этих блоков. Никто ничего не говорит. Что не хочешь? Ты ничего говорить не хочешь. Блок из камня грубого сечения.
такое уж и ладно. Но всякое это факт. Это удалить, это оставить и не поднять. Блоки, да, блок из камня. А, ну вот для чего щебень нужен, да? Металлический блок. Да. Интересно. Интересное кино. Вам непонятно? Сейчас вот пахнет, например, условно говоря, какое-нибудь свое здание, да? Из таких или всяких блоков. А потом окажется, что мало того, что их там раскидали по градациям, по прочности и так далее. Так еще, блин, какие-то задания с этим связаны. Это было пипец как опасно. Так. Очень понятно, надо ли вообще сюда будем. То есть по логике бы тут что-то должно быть. Такой вроде спуск прикольный. По факту такое ощущение, что тут нихера и нет. То есть спуск-то есть. Спуск-то есть. Спустился. Как там? А дальше что делать? Это... Тут какой-то закуточек. Очень понятный. Что, все? Приплыли?
Да нет, все-таки черт. Че, серьезно, что ли? Опять я в этой ситуации. Крауд, помогите, присутствует, да? Как бы выбраться отсюда? Зато крауд, помогите. Да. Еще спрашивается, спускался. Зачем? Нет, может там, конечно, что-то где-то спрятано, что я не увидел. Ну, это да, это вполне может быть такое. Может? Такое быть может. Ну, что ж поделать. Сэлян? Не увидел, не увидел. Зачем-то она была нужна. Врать не буду, не помню. Зачем точно? Зачем-то там было. Так. То есть я сейчас, если кто вдруг не понимает, просто открываю тут все, что да, открыто. Все вот это чернелая местность. А ты откуда здесь? А если серьезно, эти двое откуда здесь вообще? С этого форпоста тут, тут даже не форпост. Есть и есть, ладно. Будем считать, что ребята заблудились. Бывает, в конце концов. Что ж они? Хоть и немножко, но тоже люди. Ну там волк или не волк, не знаю, какая-то. Шалабала бегает. Тинькурные пелены. Вообще-то красная хрень, с которой опять похоже уже с нормальным спауном.
Я сейчас стою, блин, что за бред? Где оно там? Мне надо назад обойти вот это все. Подняться куда-то наверх, видимо. Или прокопать вниз, вряд ли. Скорее наверх все. Не таракан, команда. Тараканов, аллилуйя, вроде нету. Тайную гробницу. А мы же были в тайной гробнице, да? По-моему, были, но вот здесь открыто. Так, то есть теперь нам надо куда? Блин, сплошная какая-то красная локация. Главное, тут ничего не нарисовано, я к тому, что ты даже не видишь. То есть ты буквально не видишь край этой локации. Понятно. Очень странно все выглядит. Попробую рубить красное, он должен решить, что зеленое может рубиться. Ну, смотрим, примерно похожая поверхность, правильно? Правильно. Смотрим. Прикидывает. Что-то, наверное, понимает. Ну так, чуть-чуть. Без фанатизма. Да. Это локация, блин. Вот что там? Может туда спрыгнуть? Хочу честь исследовать, то не знаю, не в ту сторону. Пошли. В ту, только в ту. И один из существенных минусов подобных локаций с вот этими красными частями, это то, что ты, во-первых, не всегда нормально видишь, где тебе можно перепрыгнуть, да, вот здесь вот сейчас. Красные тоже. Да, вот высоко, низко, вот это все. Так, вообще-то дорога, да? Давайте по ней прогуляемся. Дорога ведь куда-то, наверное, идет, правильно? Понятно, что обратку, наверное, кольцо в миле. Да, ну вот что-то приводит.
стенки твою, блядь, сюда. Сундук открыть, да? Неплохо, неплохо. Ништяк. Ты как, я тебе дам экипировать. Так, получается, что нам в эту сторону. Так, здесь мы были, да? Сюда. Хилок мы, скорее всего. А, ну да, это. Да, 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 это же, собственно говоря, тут. Замок. А, это подход к замку с другой стороны, что просто. Отметочку. Опа. Да. Ну, хилок-то хилок. Это все, конечно, хорошо, но мне вот этот кусочек доисследует вдоль пелены. Чуть ниже по локации. Да, вот мне вот, вот это вот посмотрите, как бы счет. Там даже можно до той башни добраться. Завершили, да? Ну да, фактически так и есть. Часть пелены закрыта. И наоборот открыта.
этой башни был? Господи, это шпиль, мама дорогая. Вот я тут под... Ой, я баран. Ладно, все. Что-то я вообще уже загнался. С другой стороны, мне можно, я не выспавшись. Текс. Ладно. Пошли сейчас первый поворот направо из пелены. Вот этот кусок мы полностью закрыли, да? То есть здесь вот, тут особо ничего, что-то как-то пустоватая локация, да? То ли я что-то где-то пропустил, ну, на Зартон вот нашел. Ну. Даже удивительно. Кажется, да? Вроде столько места. И что-то как-то... Тут тоже пусто. А тут красный, этой красной фигни немного. Черт возьми, конечно. Что-то пропустил. А может быть нет. Черт возьми. Так. Ага. Пушистые ублюдки. Туда заглянем, в это святилище. Оно какое-то горное, спрятанное, судя по всему. Да, толпы созидания. Божечки. Это такое, да. Закрытое. Так, теперь, что теперь? Тебе, наверное, вот сюда надо добраться. Ой, стрел. Эй. По стеночке, да, опять. Изучить всю эту локацию по максимуму. Ну. Все, что можно. И все, что нельзя. Залезать тут. Блин. Там вот впереди, я не пойму, это красная. Это крыша мелькает? Или это долбанный этот? Мертвый океан, блин. А вот я это сейчас на что смотрю? В это здание. Не понял.
я сейчас смотрю прямо. А почему ничего не отмечено? Вот тебе раз. Вот тебе приехали. Что это у меня вдруг за здание нарисовалось? Есть. Опа. Сказал, что находка прям 11. И пользуюсь я этим. Так. А здесь у нас красная хмарь, да? Которая мне дороги пока что и нету. Какие вирусы, да? Чародея. Ага. Спасибо, конечно. Что за чуть-чуть? По полтинчику так носить гораздо интереснее, не правда? Намного интереснее. Но, увы, туда меня пока не пущают. Разница, да? Тут он здоровый, 16-й, здесь 7-й. Ну что, обалдели, что ли? Куда такой разброс? Слушай, что мне что-то не очень интересно. Что? Еще одно какое-то здание. Подожди, ну я тут где-то там здание видел. Темноте любит мое почтение.
Очень красиво. Так, давайте-ка мы сейчас кое-что сделаем. Где у нас тут? Вот это пламя не нужно. Надо его выключить. Сейчас мы что-то включим. Тоже действительно. Смысл этих. Так. Это я отсюда тэпнулся, да? Угу. Сюда пока не надо. Тут еще надо вот этот кусочек вот здесь посмотреть, что это за здание. Вот это, наверное, тоже имеет смысл потушить. Где у нас еще? Раз. Это оставим пока что. Это тоже, наверное, нужно убрать. Избыточная нафиг. Так, ну и это. Ну и это телепорт домой. Че там у нас за штаны алхимики появились? You haven't seen the last of me. Алхимик. Комплект чародеи. Ничего себе. Красиво. I will pray for your safety. Станет лучше. Fight fire with fire. Never look back. Anything else? Ну тогда давайте. Трудный процесс сгружения. Скидывание, сбрасывание, сбагривание и другие похожие словечки. Мне оставить, да? Так, а где у меня тут? Угу. Так, хилки, жвачка и все такое, да? Ничего нового. Так, ну тогда, в принципе, с учетом всего пройденного, давайте на этом тогда стопорнемся. Главное запомнить, что здесь какой-то, какая-то кучка строений. Вот тут надо будет отметку на этом доме тоже поставить. Эту кучку строений заглянуть, посмотреть. И дальше как-то вот здесь вот по стеночке, вот к этим столпам созиданий пытаться пролезть. Ну да. Будем продолжать исследовать этот дивный чудный мир. Ну а пока что, народ, всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на Дискорд, на донаты, на группу ВКонтакте, на Яндекс.Дзен, все это в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто до сюда смотрел, обнимаю. Парни, девушек, чмоку, щечку. Увидимся в следующей серии Эндшраудов. Безоговорочно фара. Как-то так.